Приветствую всех, друзья. Меня зовут Виктория Элвит. Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. И ждем друзей. Сегодня наша тема будет «Как похудеть» с компанией Enel International. Я с моим мужем Борисом Маркеловым пользуемся продукцией уже с июня месяца, со 2 июня. Мой муж Борис Маркелов похудел на 14 килограммов. Он, конечно, скептик. Я тоже в это не верила. Но его сейчас просто не узнать. Я расскажу, как это делается. Для начала покажу, каким он был 2 месяца назад. Кстати, привет, Борис. Он нас тоже смотрит. Он не смог поучаствовать в трансляции, но он нас смотрит онлайн. Приветствую всех, кто присоединился. Борис выглядел 2 июня. Это мы улетали в Турцию, даже не 2, а на рыбалку он поехал 9. Где-то 9 июня. Выглядел он вот так. И со 2 июня мы стали употреблять коктейли Energy Diet. Выглядят они вот так. Я люблю микс. Хэштег «умная еда». Да, называется «умная еда». Если вы наберете в интернете «умная еда», вы узнаете, что это такое и как они действуют. В миксе 5 вкусов. То есть один вкус приедается, поэтому мы покупаем микс. Также мы покупаем в коробочках лимонное вкусы. Печенье, другие вкусы покупаем. Вот такая вот она, лимонное печенье. Есть латте. Деткам латте. Нельзя латте. Все, что связано с кофе, до 18 лет не рекомендуется. А вообще коктейли Energy Diet можно употреблять с 3 лет. Вот я очень люблю коктейль манго. Очень вкусно. Здесь 23 витамина и минерала, мультипротеиновый комплекс, растительные ферменты, натуральные пищевые волокна и экстракт грифонии. Под этим видео я вам укажу ссылочку на альбом, и вы посмотрите все его превращения, как мой муж похудел на 14 килограммов за 2 месяца. Начинали мы с коктейлей, которые до сих пор мы употребляем. Мне много килограммов сбрасывать не надо, мне около 5 килограммов надо сбрасывать. И я заменяю завтрак и ужин вот на эти коктейли. Развели с водой. Сейчас Вика, или с молоком. У меня дочка, то есть с молоком, 1,5% молоком оговорилась. Можно мешать и с сывороткой я мешала, можно мешать с кефиром, но вкуснее всего. Я мешала и с водой, но вкуснее всего, и чтобы вы не поправлялись, то есть нежирное молоко должно быть 1,5%. Покупаете шейкер. Вот. И Вика сейчас будет показывать. Какой выбор? Это еда, это не лекарство. Это вы просто заменяете завтрак и ужин. Какой ты выбрала? Либо ванильный, либо лимонное печенье. Напишите, какой выбрать. Ну, ты пока выбирай, а я расскажу дальше. Если вам нужно похудеть легко и быстро, без нервов, помимо коктейля Energy Diet, у меня Борис покупал еще вот такую программу Energy Slim. Она на 25 дней рассчитана. Туда входят 4 шага. Первый шаг у нас дренирует. Второй шаг снижает аппетит. Третий шаг активирует метаболизм. И четвертый шаг закрепляет результаты. Здесь на коробке написано все, как его применять и сколько раз. За 25 дней у него ушло еще около 9 килограммов. И в перерывах между пищей, если проголодались, вы можете употреблять вот такие батончики. А ты закрывай шейкер и можешь сбалтывать. Главное наливать сначала молоко, потом уже засыпать коктейль. Да. Потому что, чтобы не было комочков. Закрываю вот так и закрыть крышкой.
просто сбалтываем. Для сбалтыва я расскажу про батончики. Батончики сделаны из абсолютно натуральных продуктов. Если здесь написано лимонник и папайя, значит тут будет лимонник и папайя. Если здесь написано черника, значит продукт будет с черникой. Если абрикос яблоко, то с абрикосом и яблоком. Здесь 80 граммов. Это лучше Сникерса, лучше, чем Баунти. И главное, все натурально и полезно. Самое вкусное это в шоколадной глазури, мне больше всего нравится. Хорошо. А я люблю протеиновые батончики. А на утро я люблю вкус латте. А мне нельзя протеиновые. Ну, детям нельзя, да. Муж у меня сушит свои мышцы. Совершенная формула белковой матрицы. Он для себя купил вот такой вот кокосовый крем. Если честно, он в тренажерный зал не ходит. Крем? Называется кокосовый крем. Разводит протеин, и у него жиры превращаются в энергию. Так, заболтала. Сейчас я и у меня муж употребляем программу Detox. Это новинка, в которую входят несколько шагов. Утром и вечером вы употребляете детокс для очистки кишечника. Я, кстати, тоже его пью. Вот многие убирают свой дом, чистят зубы, принимают душ. А вот об очищении кишечника мало кто заботится. Я пью с утра две капсулы и вечером. Это первая формула. То есть это первый шаг. Дальше. Второй шаг очищения печени рассчитано на 40 дней. Это снимает ей. Очень плохо. Третий шаг почки и четвертый шаг баланс микрофлоры. Вот как они выглядят. Абсолютно без нервов. Обычный полноценный обед один раз в день, можно два раза в день. И утром, вечером вы заменяете. Еще это очень вкусно и пахнет. Заменяете еду. Так что пьете, и часа 2-3 вам есть просто не хочется. Но главное, чтобы вы через принятие коктейля, через 10 минут выпили стакан воды. Первый день, конечно, я им не наелась и расстроилась. Положила себе тарелку рыбы, и как только съела я пару вилочек, я чувствую, что я наелась. Со временем наш желудок, он приходит в свою физиологическую норму, и он уменьшается. Меняется режим питания, эти коктейли меняют режим питания. А человеку нужно немного, просто один кулак, вот у Вики кулак вот такой вот. Ей нужно вот столько еды, мне нужно вот столько вот еды. Такой. А люди съедают вот столько. Да я. Еще говорят, 150 рублей коктейль стоит, это дорого. А вы посчитайте, сколько вы тратите на завтрак. Колбаску, сыр, печеньки. Это все то же самое употребляли и мы с мужем. Спасибо за подарки. Спасибо за ваши репосты. Прошло 2 месяца. Тем более мы ездили отдыхать. Шведский стол у нас был в отпуске. И эти коктейли работают как ластик, то есть все то, что вы съели, оно уходит. То есть ваш кишечник, желудок, все чистится, и вы не полнеете. Даже иногда можно себе позволить и пиво, все мы живые люди. Спасибо за ваши лайки. Поэтому питайтесь правильно, будьте здоровыми. Сейчас Вика через 10 минут попьет еще стакан воды. Сколько лайков? Главное, выпивайте не менее 2 литров воды, чистой воды в сутки. Давечки. Кому надо также похудеть, либо поправиться, либо просто изменить режим питания, быть здоровым, под этой трансляцией я оставлю ссылку на магазин. Вы можете здесь быть не только как клиент и получать скидку 3%, но также можете и зарабатывать на этом. И получить автобонус Мерседес.
Да, как некоторые партнеры нашей структуры, мои вышестоящие спонсоры, они также получили автобонус за 8 месяцев активной работы. Мы в НЛ 2 месяца, у нас еще все впереди. В моей структуре уже есть несколько человек, которые пользуются продуктом, рекомендуют его другим. И я еще на этом зарабатываю. Также можно оформить семейный сертификат, как у нас оформили с Борисом. Так что будем заканчивать. Спасибо за ваши лайки. Спасибо. Ссылочку на магазин, а также на регистрацию менеджера вы найдете под этим видео, под этой трансляцией. Всем пока. С вами была Виктория Элвит и Ирина Агапова. Пока.